Тремя золотыми, двумя серебряными, двумя бронзовыми наградами чемпионата Казахстана по триатлону пополнили копилку шымкентские троеборцы. Турнир юниоров и юношей проходил в Костанае. Лучший результат показали Ербулат Джаксыбаев, Семен Пивоваров, Анастасия Бабина, преодолев три этапа – 750 метров вплавь, 20 километров на велосипеде и 5-километровый марш-бросок. Результат, да, нормальный, но надо дальше как бы делать результат, поднимать его. Так, в общем, сложности не было. Просто есть хорошая подготовка. Выступаем хорошо. Главный наставник области Дандыбай Алимбаев признается, по сравнению с прошлым чемпионатом страны, результат шымкентских троеборцев улучшился в разы. Есть рост результата. Результаты имеются в виду не только занятые места, и по результатам самих, по временным нормативам, получается у нас... Сейчас, если брать в абсолютно, потому что у нас была одинаковая дистанция, что для юниора, что для юноши, вот, у нас в шестерке получилось 4 наших спортсмена. На этом сезон триатлона закончился. Теперь южане готовятся к чемпионату Казахстана по дуатлону, который намечен на октябрь этого года в Кокшетау.